Друзья, всем привет! Сейчас мы с Андрюшей вот на этом вот нашем квадрике будем ехать проверять раевни. Три штучки мы вывесили, и больше мы в этот день уже не успели. Андрюша нарвал мяту, проводим, да, эксперимент, будет ли оно. По два мяты будем. Да, толк будет ли от мяты или нет. Значит, три штучки мы сюда крепим, очень получается удобно. Мы, значит, те проверим раевни и еще три вывезем. Что там такое огромное отверстие, да, уже туда залезет и мыши еще хочешь, да? Да. Ну, можно, да. Так, сейчас мы посмотрим, что здесь делается. Шунышка, что вытащим по крайней рамке, заглянем, да? Ну, так вот, заряжаю я по бокам две рамки, вот такие с полосочками. Это обрезки с ващины. Плюс экономия. Всего здесь 6 рамок. По центру 2 идут, значит, сушкой. Коричневой уже, темной. А по бокам вот так по 2 вот такие вот рамочки. С полосочками ващины. И на гвоздики мы ее так вот наживляем. До конца гвоздики не добиваем, чтобы потом она была легко вытаскивать. Так нормально. Андрюша все протирает мятой. Я уже рассказывал, как я раньше мелиссой натирал, а сейчас мятой. Потому что мелиссы у нас нету. Посмотри, моль уже. Мы также и крышку изнутри. Давай крышку сюда. Также будем натирать. Это уже моя районя старенькая такая. Видите, я тут уже задувал щели пеной монтажной. В общем, не буду затягивать видео. Так мы готовим, значит, три раевни таких и будем выезжать. Вот Андрюша, у меня уже помощник уже подрос. Все, он помогает паковать. Ставь крышку. Класть. Еще третью надо, да? Угу. База нами наши. Так, Миша, подожди. Нет, еще давай веревку. Сейчас еще затянем тоже. Это она пока служит как ручка, мы носим за нее. А в дальнейшем на дереве привязываем с помощью этой веревки, крепим на дерево. Да, эта кружка очень удобная. Угу. Вот эту? На, дышка, неси туда. Все, мы же собрались, оделись, потому что будет ветер, назад будем возвращаться, уже будет поздно. Шо? Все, в путь. Андрюша, в путь. Вон лисица, лиса, побежала лиса. Оно не видно? Вон бежит. Стоит, смотрит. Тихо. На видео плохо видно далеко. О, вон, побежала лиса. Побежала. В лес забежала. Да, забежала в лес. Так, вот здесь вот облюбовал я место. Тут я одну прицеплю на акациях. Вот здесь вот одну мы прицепили. Теперь проедем еще так вот вдоль посадки, туда немного дальше. Так, Андрюша, он уже пошел сам. Ну что, развязывай веревку, Андрюш. Разматывай. Туда ниже сойди. Ниже. И разматывай. Так, это вот Андрюша тут место такое придумал, нашел.
Да, тут. Да, и по соседству с птичками какими-то. Вот смотрите, какое гнездо. Угу. Я не знаю, что там за гнездо, кто там интересно живет. Ну, никого, никого не видно. Ну, похоже, не знаю, какой-то, ну, для сороки, это сильно маленькое гнездо для сороки. Ну, не знаю. Будем сюда приезжать, мы это когда-то увидим. Андрюш, не надо шатать, Андрюш. Какой уровень? Вот наша первая роевня. Нет, ничего нет, тишина. Сейчас холодно, в принципе, сейчас такие погоды. Хотя раи уже начали лететь. Андрюша говорит, что надо витаминчика покушать. Акации. В детстве, помню, мы всегда так грызли. Акации. О, вкусно. Ну что, ты тоже в детстве грыз акацию? В детстве. Сейчас вылезу. Так, вот еще одна. Тоже тишина. Ничего пока нету. Ну вот мы нашли третью тоже. Тоже ничего нету. Ну, в принципе, прошло только 3 дня. Хотя раньше, бывало, я утром рано вешал, где-то в 5 утра. Потом приезжал после обеда, уже бывало рои. Ну, мать, просто еще немного не сезон. А я ем акацию. Вывесим, Андрюша, значит, ту нашу еще последнюю, 4-ю, здесь где-то, и будем ехать домой. Ну, здесь шелковица скоро будет. Вкусненько будет, можно будет перекусить. Кушаем с Андрюшей. Во! Вкуснотища. Да, в этом году акация очень продолжительно цветет. Сейчас не жарко, но ночи холодные. Это, конечно, для взятки это нехорошо. Ну, вот это, что мы взяли с собой на запас, думали, может, рой где-то есть, мы заберем и повесим на это место ее. В общем, роя не было. Мы ее установили вот здесь, вот так, на таких вот кустах. Когда-то здесь были деревья, вон только пеньки пооставались, вон какие. Вон там. Да, еще раньше тут вешал раевни, то тут были большие акации. Да. Сейчас остались кустарники только. Ну вот смотрите, это вот если увеличить, то видно. А так-то, в принципе, можно сказать, что и вообще незаметно. Не плохое такое место. Да, ну трава, это вообще, смотрите, квадроцикла даже не видно. Или пучки. И Андрюша даже по шею, да, Андрюш? Андрюша здесь раздолье, играется, бегает. В общем, все. Спасибо всем за внимание. К сожалению, роев не было. Мы еще с Андрюшей будем дальше развешивать. У нас еще дома роев не есть. И да, еще много. И будем ездить проверять. Всем пока. Всем удачного сезона. Хороших роев. И с вас лайк и подписка. Thank you.